Здравствуйте, здравствуйте, рада видеть. Вы легко сбросите лишний вес раз и навсегда. Обещает супермодная сегодня диета Дюкана и ее приверженцы. Однако тысячи женщин, которые уже испробовали ее на себе, утверждают, готовьте парик и деньги на лечение. Кто же прав? Разберемся прямо сейчас. Встречайте! Диетолог Светлана Фурс, врач Екатерина Безвершенко, а также у меня в гостях консультант по диете Дюкана Наталья Бочковская и девушки, которые на собственном опыте испытали диету, Людмила Слабанюк и Мария Онищенко. Здравствуйте, пожалуйста. Я от души приветствую всех вас, независимо от того, какую позицию вы сегодня занимаете, потому что дебаты – это обсуждение темы, которая волнует очень многих с точки зрения людей, которые присутствуют сегодня у меня в гостях. И, как вы понимаете, девушки, которые являются сторонниками этой системы питания или диеты, находятся вот за этой стойкой, а противники диеты Дюкана вот здесь. Прежде чем мы начнем раскрывать все тайны и секреты диеты Дюкана, я предлагаю все-таки узнать, что же это такое. Дієта французького лікаря П'єра Дюкана – одна з найпопулярніших у світі, адже, як стверджує автор та його прибічники, допомогла схуднути не лише мільйонам простих жінок, але й прийти у форму таким знаменитостям, як Кейт Міддлтон, Алла Пугачова, Пенелопа Круз та Дженніфер Лопес. Серед головних переваг дієти – необмежене вживання м'яса, завдяки якому людина ніколи не відчуває голоду. Схуднення ж відбувається через майже повне виключення з раціону жирів, солодощів, круп та фруктів на досить тривалий час. У деяких випадках схуднення може тривати до 4 років. Але, як стверджує лікар Дюкан, натомість ви більше ніколи не наберете зайвого. Проте інші лікарі б'ють тривогу і категорично проти таких експериментів над людським організмом. Чому? Дивіться просто зараз. Впервые слышу, чтобы человек придерживался диеты на протяжении 4 лет. Согласитесь, обычно мы рассчитываем на быстрое похудение. Наташа, это особенность диеты Дюкана такая? Да, на самом деле она делится на 4 этапа. Первых 2 – это похудение, третий этап – это закрепление уже сброшенного веса, а четвертый этап – это пожизненный этап. Но он очень простой, очень легкий. Вам просто нужно выпивать 2 литра воды в день, вам нужно больше двигаться, ну, как минимум 20 минут в день ходить. И один день в неделю придерживаться белкового дня. Наташа, а вы на каком этапе сейчас? Я на последнем, он пожизненный. На пожизненном этапе? Пожизненное заключение. Мне даже не верится, что я сейчас о диете просто говорю. Света, что это за система питания или диета по-разному называют, которую придумал знаменитый уже теперь доктор Дюкан? Во-первых, я хочу сказать, что это не придумал доктор Дюкан, а это давно известная методика, которая использовалась очень давно и на протяжении многих лет в спорте. Для того, чтобы потерять жировую массу, их всегда заставляли придерживаться белкового питания и там 10-20% углеводов. Еды. И он просто взял и это как-то систематизировал. Это первое. Второе, как у любой диеты, существуют как положительные, так и отрицательные стороны. И я думаю, что об этом мы сегодня как раз и поговорим. Катя, ты противник диеты Дюкана? Или ты разделяешь и положительные моменты? Я против того, чтобы радикально исключать углеводы и жиры из рациона. То есть я это не разделяю. Я не являюсь приверженцем только белкового питания. Я бы не рекомендовала своим пациентам, как врач, придерживаться пожизненно подобных ограничений. Итак, первый раунд наших дебатов. И слово предоставляется Наташе, которая является уже практически профессиональной сторонницей диеты Дюкана. Я похудела где-то года 4 тому назад на 20 килограмм благодаря этой системе питания. Вот до сих пор не набрала ни единого килограмма, слава богу. Но поправилась я по той причине, что вышла замуж. Поэтому, девочки, не выходите замуж, это вредит фигуре. Однозначно. А вы уже развелись? Нет, не развелась, но, так сказать, встала на путь истины. Мы с мужем, когда мы уже начали жить вместе, начали кушать всякие пельмешки, тортики, пиццы, ну и всякое нехорошее, запрещенное. Ну, а поскольку он мужчина, у него хороший метаболизм, на нем это все сжигалось, ни одной калории не оставалось, а меня понесло. И вот приплыли эти 20 килограмм. И как в анекдоте очнулась, когда одна попа из холодильника выглядывает, а я руками гребу торт. Причем действительно так это и было. Кодировалась, калории считала. Тоже эти цифры меня просто доводили до изнеможения. Поэтому, вот, учитывая мой предыдущий опыт, эта диета мне идеально подошла по той причине, что она не голодная, она питательная, не нужно себя ни в чем ограничивать.
кушаете столько, сколько хотите, определенных разрешенных продуктов. Совершенно другая точка зрения по этому поводу у Марии. Ну, во-первых, я не согласна с тем, что когда девушки выходят замуж, они поправляются. Я, например, поправилась очень сильно, когда я развелась. И увидев по телевидению шикарнейшую передачу с Дюканом, я просто так вдохновилась и воодушевилась, что, о боже, да, конечно. На диете было сложно сидеть, потому что ограничения в еде. И мне жутко хотелось кушать постоянно. Даже вот эта вот вода, которая 2 литра воды в день допускаемая, мне этого было недостаточно, то есть дикий голод. Но, собственно говоря, по диете Дюкана питалась я около 6 недель. Соответственно, мой вес снижался на грамм 300-400, потом возвращался обратно. То есть практически никаких результатов не было. И я была готова терпеть все недостатки, но цель не была достигнута, поэтому мне пришлось прервать. У меня тогда вопрос, а в чем ограничение в питании? Почему постоянный голод? Ограничения как раз нету в количестве приемов пищи. Кушайте сколько хотите. Значит, вы, скорее всего, что-то делали неправильно, если был постоянный голод, либо вы не доедали. Ну, смотрите, например, если употреблять целый день белок. Например, моему организму, как я уже потом поняла, просто необходимы овощи и фрукты для похудения, для очистки организма. А здесь, когда ты питаешься только белком, получается, мой организм как бы забивался, пить хотелось постоянно. Так но, пейте 2 литра воды. Да, чего? Я выпивала воду, но голод не утолялся. И вы слышали не точку зрения, а горький жизненный опыт так. Марины, которая пострадала на первом этапе. Она не дошла до того счастливого, пожизненного этапа, когда, в принципе, уже все можно, все здоровы. У нас есть Люда, вот она сидела тоже на диете Дюкана. Пожалуйста, Люда, расскажите вы. Я так же, как и Мария, на диету села, когда мой вес был больше 100 килограмм. И до этого я не сидела ни на каких диетах. Да, я читала, я анализировала, но я понимала, что ни одну из диет я не выдержу. Поэтому, когда я услышала о диете Дюкана, первое, что я сделала, сначала я почитала информацию, посмотрела отзывы. У меня есть живой пример. Знакомая сидела на этой диете. И когда я была готова, я села на нее и я сбросила 30 килограмм. А сейчас, так же, как и у Натальи, это уже моя система питания. Один белковый день в неделю, а дальше я, в принципе, по чуть-чуть могу позволить себе разные продукты и ни в чем себя не ограничиваю. Чувство голода даже на первом этапе, на втором у меня никогда не было. У меня в гостях есть еще девушки, которые прошли через это жизненное испытание или радость, в зависимости от результатов. Валерия, вы придерживались диеты Дюкана? Я весила 95 килограмм и поняла, что мне очень тяжело с этим весом. Я не так симпатично выгляжу, как мне бы этого хотелось. Ну и самое главное, у меня был маленький ребенок. Я не могла за ней бегать по площадке и думала, а как бы похудеть. Все диеты, которые я знала, мне были неинтересны, потому что я любитель покушать. И когда мне попалась диета Дюкана, я увидела, что мясо, рыба, а запросто. Я начала придерживаться этой диеты, и через 3,5 месяца я уже весила 75 килограмм. Друзья меня не узнавали, и я бегала очень быстро, бодро, за ребенком, по площадке. В общем, жизнь стала прекрасной. Если по всем правилам сидеть на этой диете, то можно за достаточно короткий срок сбросить несколько десятков лишних килограммов. Но вот назвать диету такой уж легкой мы не можем, к сожалению. Потому что рацион, который предложил доктор Дюкан, подходит далеко не всем. Вот, например, вы, Мария, почему вы прекратили сидеть на диете? Для моей профессии необходимо, да, определенный уровень концентрации интеллектуальной деятельности. То есть работать приходится, как правило, много с информацией, с людьми. И вот как раз на этих двух этапах, которые мне удалось освоить на себе, я заметила, что мне было плохо сосредотачиваться. То есть голова болела. Постоянно хотелось есть шоколадку, честно говоря, чтобы подпитать клетки головного мозга. Абсолютно те же симптомы, о которых говорили вы, я испытываю, если я вовремя не поем. То есть у меня болит голова, я начинаю плохо соображать. И в этот момент, кстати, у меня нет ощущения, что мне поможет кусок мяса. То есть да, я понимаю, что мне нужно съесть или банан, или шоколадку. Да. Прости меня, пожалуйста, да. Света, что я произношу при тебе эту правду горькую. Или уже кашу, да, какую-то. Вот я понимаю, что после этого мне как-то станет легче. И ничего удивительного. Да. Потому что вам не хватало глюкозы.
Да. Того вещества, которое необходимо для нормальной работы мозга и печени. А восполнить вам ее неоткуда, потому что вы используете только белки. Поэтому вы испытывали это состояние, у вас был дефицит глюкозы в крови. И не знаю, связано ли это с диетой, но присутствовал тот фактор, что волосы на расчетке оставались в больших количествах, нежели обычно. И что я заметила? Именно в эти первые дни, когда начинаешь худеть, у меня лично были высыпания на коже, то есть это зона декольте и низ лица. Для любой девушки это практически смертельная трагедия. Ну, то есть неприятно, да. Приходилось очень долго марафетиться. Я думаю, что проблемы с кожей были в результате того, что у человека были просто запоры. А когда запоры, естественно, токсины всасываются, и это начинает все выходить и через кожу в частности. Такое маленькое уточнение. У вас запоры, Марина? Это не принято говорить в обществе. Мне стало хуже со здоровьем. То есть мне было очень тяжело сходить природным способом. У вас, Наташа, были запоры? Нет. Люда, а у вас? Были. Но когда я прошла первый этап, буквально через там, 10 дней, когда я уже села на второй этап, у меня нормализировался стул абсолютно, и у меня больше проблем не было. Исправьте меня, если я говорю то, что не соответствует действительности. Дюкан считает, что запоры – это нормально на каком-то этапе. У него есть в книжке сноска о том, что да, действительно, белки могут привести к проблемам, к таким. И прописано, что нужно делать. Пейте больше воды, кушайте больше отруби, клетчатка. Все будет выходить из вас благодаря этим отрубям. Плюс можно там ложечку, две вазелинового масла, как младенчикам дают. И опять-таки движения, даже те же упражнения на пресс помогут. В случае запора. А зачем нужно сперва создать проблему, чтобы потом рассказать, как ее решить? Что меня больше всего возмущает во всей этой истории, то, что действительно у него в книге прописано, это факт, что это является вариантом нормы. Угу. Хотя запор, который длится больше 2 дней даже, или там полутора суток, это не является нормой. И позвольте рассудить вас и процитировать самого автора диеты. После 4-го дня появляется запор. Это более заметно у тех, кто предрасположен к запорам или пьет мало жидкости. Действительно, стул становится более редким, но нет никаких оснований для беспокойства. Запор – это интоксикация, это отравление организма глобальное. И может это повлиять и на волосы, и на ногти, и на кожу, и на что угодно. А у вас были такие же проблемы со здоровьем? Нет, ни в коем случае никаких проблем со здоровьем не было. У меня наоборот, как будто крылья за спиной появились, мне хотелось двигаться. И вообще, я вам хочу сказать, что диета Дюкана, она заставляет нас как раз двигаться. Он как раз приписывает в книге о том, что движение – это жизнь, двигаемся побольше. И если у меня до этого были какие-то проблемы с пищеварением, то как раз на диете Дюкана они пропали. Странно, вот диета вроде бы одна и та же, а результаты совершенно разные. У меня в гостях сегодня еще одна девушка, которая испробовала диету Дюкана на себе. Олеся, поделитесь своим опытом, пожалуйста. Когда я сидела на диете Дюкана, я сбросила 12 килограмм за 3 месяца. У меня была сыпь на лице, проблемы со стулом, запоры частые. И потом со временем уже месячный цикл начался портиться. И потом стало хуже себя чувствовать. После я поговорила с врачом, решила, что больше я не буду сидеть на этой диете вообще. Получается, что каждая женщина и мужчина, который садится на эту диету, рискует, потому что ставит на себе определенный эксперимент. Причем эксперимент довольно экстремальный, а риск может оказаться слишком большим. И если получится, что у тебя и запоры, и высыпания на теле, и волосы выпадают, и кожа стала сухая, да еще и лишние килограммы не уходят, так извините, за что я боролась? Где моя красота, а самое главное – здоровье? Тут, конечно же, однозначно тоже могу подтвердить, поскольку жизнь у нас одна, организм нам дан один, здоровье нам дано одно, и поэтому не стоит над собой экспериментировать, и, разумеется, не в омут с головой кушать одни белки 10 дней, 20 дней, кто-то сам себе приписывает, не читая ни книгу, ничего, сидят 20 дней на белках, а потом говорят, что у меня там проблемы, меня попрыщило или еще что-то. Перед любой диетой, гречневая, кефирная, яблочная, какая угодно, нужно сдавать анализы.
проверяться и консультироваться с врачом. Ну, это очевидно. А у вас есть какая-то статистика, поскольку вы уже профессионально занимаетесь этим, можно сказать, о том, какому количеству людей, может быть, в процентном соотношении, врачи не порекомендовали придерживаться этой системы питания? Нет, к сожалению, просто мне еще не попадались люди, о которых врачи не рекомендовали. Ну, подождите, но Дюкан не говорит о том, что нужно идти к врачу и сдавать анализы. Да, вы ходили к лечащему врачу своему перед тем, как сесть на эту диету? Я сдавала анализы. Я сдавала анализы свои, когда увидела, что у меня анализы более или менее в норме, я села на диету. Есть определенные показания и противопоказания, вот должны существовать для этой диеты. Поэтому вы должны все равно, если вы попробовали, вы видите, что вы себя гораздо хуже чувствуете, чем до того, как вы начали придерживаться диеты, любой диеты, я не говорю сейчас о Дюкане, прекращайте ее, просто переходите на нормальное здоровое питание. Наташ, но если я не ошибаюсь, Дюкан считает, что эта диета подходит всем. Всем, да. Практически и всем. Нельзя это всем. Только беременным, если я не ошибаюсь, детям и кормящим. И кормящим. Да? Да, вот да. И все, собственно говоря. Беременным и кормящим можно. Но для них есть определенная система. Это не та самая диета. То есть он и этим занимался, да? Это, кстати, важный момент, потому что мои коллеги-гинекологи говорят о том, что вследствие подобных диет начинается нарушение менструального цикла, вплоть до бесплодия. Я так понимаю, что вот отсутствие жира, на которое делают упор девочки, вот это к этому приводит. Потому что основа гормонов – это жиры. Основы гормонов. Ну, вот у вас были, например, нарушения менструального цикла? Да. Он просто прекращался на один месяц. Когда вы сидели на диете? Да. Не было таких проблем абсолютно. Все было нормально. То есть, видите, есть тенденция к восстановлению менструального цикла, там у 94%, предположим, пациентов, но есть еще 6%, у которых этот цикл не восстанавливает должным образом. И это приводит к бесплодию. Это самое страшное, наверное. Я бы хочу сказать, что еще могут быть большие проблемы и с почками. Да, однозначно, потому что продукт распада белка – это мочевина, которая выводится в норме почками. У того же Дюкана написано, что у людей, у которых проблемы с сердцем, с сосудистой системой, с почками им этой диеты нельзя. Да. На самом деле, надо читать внимательно литературу. В первой книге, которую я читала, подписана лично Дюканом, там этого не написано. Там написано наоборот, что даже у людей, у которых был мочесолевой диатез, показатели здоровья резко улучшились и уровень мочевой кислоты упал. Все, кто знаком с книгой, знают, что раздел «Противопоказания» в ней отсутствует. Нельзя садиться на эту диету, если у вас проблемы с почками. И для выводения этих белков, поэтому Дюкан и предписывает, пейте как минимум 2 литра воды в день. Ну, человеку с больными почками это не поможет. Ну, подождите, а кто определил, что человеку, например, у которого 1,80 м рост и 1,50 м, им надо всем одинаково пить 2 литра воды? Нет, разумеется, конечно же нет. Ну вот. Поэтому пейте все 2 литра воды, дорогие друзья. Нет, как минимум. Это значит, что кто поменьше, кто ростом похудеет. Ну, потому что белок действительно очень на себя берет очень много жидкости, он ее сильно выводит, ее надо восполнять. Но выводит он 2 литра или 2,5 или 4, никто не знает. Нагрузка на почки в любом случае больше, если мы потребляем больше белка. Безусловно, да? Потому что белок распадается до образования мочевины, которая выводится почками. И если почки больны или нарушена эта выделительная функция, то начинаются проблемы с почками вплоть до почечной недостаточности. Это хорошо. Очень серьезно. А если почки здоровы, а мы берем их и вот таким вот образом нагружаем, это может тоже к какой-то патологии привести? Конечно, может, потому что на самом деле продукты распада белка кислые. В кислой среде кальций выпадает в осадок, образуются соли. И мочесолевой диатез, то есть песочек в почках, камешки в почках, это последствия очень длительного нахождения на большом количестве белка. Что я хочу сказать. Для меня было очень сложно диета Дюкана в том плане, что вот эта вот первая фаза атаки, для меня она практически была, ну, можно сказать, смертельно опасной. У меня были проблемы с почками, постоянное мочеиспускание, и меня очень сильно тянуло вот с обеих сторон поясница. Я понимала, что это почки, хотя на тот момент у меня проблем с почками никаких не было. Было когда-то давно в детстве, в результате переохлаждения, там что-то, воспаление немного почек, но это не какое-либо заболевание мое на тот момент. У меня обострили вот эти вот все процессы. И это очень больно на самом деле, друзья. Я понимаю, но сам Дюкан не признает это противопоказанием. Вот это одна из главных причин, почему я против этой диеты. Потому что нет четких указаний, когда ее можно использовать, когда ее нельзя использовать. Я уверена в том, что не все ходят к доктору и сдают анализы перед тем,
как воспользоваться какой-либо диетой. Они видят результаты и начинают этим пользоваться сразу же. А ну, какие последствия лишнего веса, никто об этом не задумывается. Сосуды, сердце, я не говорю про внутренние органы. Кто здесь не задумывается о последствиях лишнего веса? Здесь либо люди, которые не имеют лишнего веса, потому что правильно питаются, я говорю об уважаемых докторах, либо девушка, которая боролась с лишним весом, и у нее это не получилось, извините, из-за того, что недостаточно индивидуальный подход в этой системе. Я, да? Знаете, абсолютно. Что такая мысль у меня пришла в голову, такая совершенно простая. Вот давайте мы поделим условно людей на хищников и травоядных. И да. Перестанем дискутировать, потому что на самом деле хищники живут за счет того, что они охотятся и едят мясо, а травоядные живут за счет того, что они едят фрукты, растительную овощи. Еду. Вот этим и определяется наш тип метаболизма. Поэтому не надо доказывать кому-то, что это лучше, чем то, потому что на самом деле у каждого свой путь. Я старалась внимательно слушать всех, не стать ни на чью точку зрения. Я надеюсь, мне это удалось. Но у меня есть вопросы к некоторым из присутствующих. Наташа, представьте себе, что в тот момент, когда вы с мужем нарушали все принципы здорового питания, как вы сами говорили, ели пельмени, тортики, и вообще вы решили даже, что замуж не надо выходить, чтобы не попасть в такую ситуацию. Если бы вы не сели на диету ни на какую, а просто начали питаться правильно. Вот это было бы то, что называется четвертый этап диеты Дюкана, а диетолог Светлана Фус называет это рациональным питанием и признает, что здесь точка зрения Дюкана совпадает с точкой зрения научного мира. Так вот, как вы думаете, вы бы похудели? Нет. Этого не может быть. Нет. Этого не может быть. Я сейчас на этой системе, да, на этой пожизненной, на этом четвертом этапе, но я же не худею. А куда вам худеть? А куда? А зачем? Организм, наверное, ж мудрый, он понимает, никто... надо вам худеть или нет. Есть куда, в принципе, можно еще куда-то похудеть. Но нет, я на этой системе дальше не худею. Честно говоря, я удивлена, что вы не признаете четвертый этап, который просто действительно является системой питания. Да, это четвертый этап, это здоровое питание, но не для похудения, а для поддержания вашего веса. В очередной раз, когда мы говорим о диетах и о системах питания, мы все-таки все вместе приходим к выводу, что правильное питание на всю жизнь – это то, что помогает нам не только свой вес сделать хорошим, таким, который нас удовлетворяет, но и сохранить свое здоровье, что самое-самое важное. Поэтому у системы Дюкана, как мы сегодня выяснили, есть и плюсы, и минусы. Если вы абсолютно здоровый человек, то диета улучшит ваше самочувствие. Аргумент против. Если все-таки вы не знаете о своих заболеваниях или не учли их при выборе диеты, то вы испортите свое здоровье. Спасибо вам огромное за ваши аргументы. Я желаю вам крепкого здоровья, уверенности в том, что вы делаете, и мудрости для того, чтобы делать все правильно. Спасибо за внимание. Привет, YouTube. Хочешь похудеть? Нажимай подписаться. И тогда мои советы по диетологии ты узнаешь первым.